что ж, приветствую вас, друзья. Продолжаем с вами прохождение мода Русь 13 век игре Mounted Blade Warband. Так, отряд мой насчитывает 67 бойцов, но не знаю, сколько в строю. Сейчас мы в кульме, наверное, нам немножечко надо тут переночевать, чтобы поляки ушли. Так, все, мы... Рыночная площадь. Так, разным товаром. У меня тут ничего же не осталось. Ничего не осталось. Но я куплю что-нибудь для бойцов. Хотя. Нет, куплю. Куплю колбасочки. Блин, как дорого стоит колбасочка-то. Ребята, вы на зерне-то не посидите ни хрена. Нет? Ну ладно, тогда хлебушка вам куплю. Все остальное потом. Так, назад. Все, уходим отсюда. Сколько в строю у меня? 46 бойцов. Отправимся мы в свои земли. У меня, кстати, задание висит, блин, выследить бандитов. Но на него я очень сильно забил. Хотя, может быть, и выполним. Владимира бандитов выследить каких-то. Блин, до Владимира далеко. Ну, давайте к Смоленску тогда подойдем мы. В Смоленске наймем наемничков. Улучшим отношения со Смоленском. Так, кто тут воюет? Подожди, Юрий Владимирович. Подожди, я тебе помогу сейчас. Стой. Ой, блин, не вовремя. Что-то разбойнички убежали. А вы их видели? Разбойников. Так, наедине спросить. Нет, ничего не хочу спрашивать. Давай-ка в битву вступай, я тебе помогу. Типа улучшу отношения с тобой. Правда, моя лошадь поздно как-то скачет. Вот, блять, опять ты упустил их. Да что ж ты, еб твою мать-то, блин, Юрий Владимирович. Что ты... За мудак ты такой, блин, а? Да пошел ты в задницу, не буду я тебе помогать, раз ты их упускаешь. Так, Мстиславль. Смоленск. Оу, Смоленск. Так, в таверну заглянем. Местному люду мы проставим... Как вы посмели, смерды? И все? Вах, я крутой случай. А где мне еще кого искать? Ага. Вот отсюда вы должны выбежать. Где мое копье? Сейчас я тебе копьем охреначу как. Вот так вот тебе. Видел, как я умею? Шаулинь, ёптать. Ну, еще стреляй. Смотри, хоп. О, блин. Попал, гад. В ногу попал. Или в мошонку попал. Хоп, смотри, хоп. Видал, как в Шаулине учат. От стрел уворачиваться. Ага, все, потерял сознание от страха. Так, упало нам с них 200 динариков. Отлично, хорошо. Смоленск проводит в таверну. Теперь нам никто не помешает войти. О, каблук-копейщик, привет. Давай-ка ко мне вступай. 12 штук. Юху. Гульнем на польских землях. Так, за мой счет тут проставляюсь. Улучшаются отношения. На единичку. Ну, на единичку, так на единичку. Все, уходим отсюда. Ушли дальше в земли Владимира. Эх, блин, на караван бы орды бы напасть, а? Друзья, как вы на это смотрите? А что будет плохо, если мы на ордынский караван нападем, а? Чем это грозит? Я не знаю чем, но давайте посмотрим. Давайте узнаем. Почему нам обязательно польские караваны грабить? Крестоносцев можно грабить? Не, крестоносцев не будем. Хотя можно, почему бы и нет. Что такое, Низар? Прошу меня простить, условный, но мне нужно вам кое-что сказать. Короче, ты покидаешь меня, да? Да пошел ты. Никого не буду жалеть, никого, никто мне не нужен. Караван тут сколько? 4-5. 4-8. Опа! Пардон, польский караван обнаружили. Ой, дружина какая у меня прям... Девичья, нюни распустила.
пошли все нафиг, никого не буду держать. Так, а ну давай сюда все. Конечно же, я тебе граблем удар. Че, не понял, что ли? Так, дружина сюда. Кавалерия сюда. Дружина даже все, пошла в битву. Стрелки даже вот здесь у меня немножечко встали. Тихо, бежим отсюда, быстрее, конях. Сука, быстрее, ребятки, коняшка, выручай, родненькая, выручай, беги отсюда. К своим. Так, пехота в атаку. Кавалерия в атаку. Давай, братцы, выручайте. Отвлеку. Что ж ты, мать твою, ты вмешаешься, это под ногами. Что-то мы как-то профукиваем. Ой, лошадки, мне пипец пришел. Давай, спешивайся. А, нет, пардон, наши все-таки атакуют. Подкрепление просто пришло. Надо побольше бойцов выставить, наверное. Что ж ты, мать твою? Почему же они потненькие все время бросаются-то? Победа! Ура! Так, сколько убито, сколько ранено? 8 убито, ранено 22. Ну, давайте вот этого захватим. Здесь, по-моему, золотой прииск недалеко. Так, поле боя. Хоп. Добычку. Мед мы оставим, может быть, себе немножечко. Так, еду, чтобы боевой дух немножечко людей повысился. И все остальное тоже добираем. Отлично, все влезло. Так, золотой прииск, да, есть. Давай-ка пошли сюда. 2200, вываливаем недельную плату. Так, пацаны повысились. Войти. Просто если я другие караваны начну, наверное, грабить, на меня будут лорды нападать, с кем война не идет. Чьи-то караваны были из какого города, да? Я, в принципе, не узнаю, кто мне враг, кто мне друг.
если с той фракцией, я имею в виду, мы воевать не будем, а он будет рядом, да, лорд, он может на меня напасть, всегда будет подвох. Потому что отношение будет ухудшено. Опаньки, еще один караванчик. Бурундай Богатуров, ставку он идет. Давай-ка нам быстрее до Смоленска. Так, рыночная площадь. Разным товаром. На медочек один мы можем продать. Вот еще один. И инструментики сюда же. Рыбки немножечко попродавать. Вот это вот оставлю. Вот это будем продавать. Так, это останется. Так, сушеное мясо тоже оставим. Капустку оставим. Зерно еще оставим. А ладно, пускай будет еще рыба вот так вот. Чтобы боевой дух высокий был для воинов. Так, хлебушек, разнообразие еды. Ну, пускай еще зерно будет. Вот так вот, все. Все остальное можно сдавать, продавать. Овес. Блин, ладно, овес еще оставлю. Так, все остальное вот это продаем. Так, тут лошадка у меня еще будет. Еще одна лошадка. Так, оружие. Назад, доспехами. Все вот это продаем. Хорошешно. Все, в таверну еще заглянем. Блин, забыв, какую ставку он там. Половецкий всадник. Давай-ка я тебя найму. 12 воинов. Хорошешно. Так, по кувшину всем проставляю я здесь. И польский караван. Блин, в какую он ставку? Богатура. Вот сюда вот он. Так, тут он не обойдет. Вот здесь вот будет обходить. Повышение воина готовы. Сколько у меня, кстати, там воинов? 81 воин. Восстановленный. Так, интересно, он тут прошел. Ну, прогуляемся, ладно, фиг с ним. Вот он, вот он, вот он, я его перехватил. Иди к сюда, шинок. Так, там повышение кто-то получил. Тихо, стоп, 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 стоп. Блин, подожди, уйти. Настроечки. Сделаем 150. Вот, караван, давай, нападай на него. Атакуем. Так, кавалерия несется, вижу. А что если вы за мной побежите, ребят? Ой-ой-ой, пика-пика-пика. Ух, град стрел пошел, а какой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, блять. Пиздец. Так. Нет, дружина у меня в атаку пошла. Пацанам надо выводить, там просто пригорочек, они не видят, они не могут туда выстрелить, сюда. Дружинники сейчас немножечко отвлекут их.
Я сейчас вас приведу к своим. Так, все, пошли в атаку. Эй, пацаны, я тут. Помогите. Помогите. Помогите, пожалуйста. Ура, ура, бей. Бей их, пацаны, бей. Оп, свои, что ли? Нет, не свои, ни хрена. Аленушка, я думал, это ты. Но это не ты. Куда ты пошел? Куда ты, курва, пошел? Все, помер. Помер. Так, стрелки у меня вот сюда вот поближе пошли. Бей их, братцы. Стрелки вот сюда пошли. Мне бы коня где-нибудь раздобыть. Победа наша, я понимаю, но без коня я сейчас на поле боя буду. Конеху вон там вот вдалеке. Иди сюда, я хлебушек достал, ну куда же ты поскакал? Жеребенок ты глупенький. Блять, все дальше и дальше бежит. Ну стой. Стопы. Не бойся меня. Блин, сейчас бы как в Red Dead Redemption 2 лассо бы накинуть, подозвать коняшку. Подожди. Не хочу я просто из инвентаря лошадочек брать. Ты, по-моему, в карту уперся, да? Все-таки не свободен ты. Верховой конь, привет! Нет, в карту не уперся. Теперь можно выходить. Убито 3, ранено 7. Так, берем. Нахрен не берем. Не нужны они мне. Так, Бишахтур переходит на 20 уровень. Великолепно. Поле боя осматриваем. Забираем тут добычу. Ух ты. Какая добыча. Оливковое масло. Так, лишь бы все... Ой, все мне влезет. Как много тут всего. А пора инвентарь расширять. Так, вот эту вот свинину брать не буду. Она быстро портится. Отряд. Так, Алоен. Сколько у тебя тут? О, 99. Ну, вот таких вот, которые 99 у меня в отряде и останутся. 62, Бишахтур скоро уйдет. Ну и фиг с ним. Навыки давай мы твои посмотрим. Давай к тебе силушку живучести. Одноручная. Стрельба из лука. Ну и все. Пока что. Бундук. Боевой дух 99. Вот бундук. Такие как бундук останутся у меня. Так, сделаю я из вас сначала терминаторов. Так, подожди, сбросить оружие. Сколько тут ловкость надо? Мощный выстрел. В принципе, для арбалета же это тоже канает, а может и не канает. Верховая стрельба из лука, но из арбалета тоже прикольно. Так, арбалет повысим тебе и одноручное оружие, окейшки. Так, дешавей. Так, дешавишка, ловкость тебе тоже оружием. Четверочка мы тебе качаем. Так, у тебя древковое оружие. Пускай одноручная будет. Все, все. Сколько в строю бойцов? 75. Так, Чернигов, Козельск. Блин, можно было в Киев. Давай в Киев помчали. Через Киев пройдем. Так, боевой дух отличный у отряда. Очень хорошо.
Так, рыночная площадь разным товаром. Хотя, подожди, сначала давай оружие. Все вот это оружие скинем. Не буду даже смотреть, тут крутое есть оружие, нет, все буду продавать. Так, доспехами. Так, разным товаром теперь. Все тоже буду продавать. И опять охоту на караван устраивать. 4000, 4000. Мог бы, конечно, побольше выручить, если в определенные города бы это все продавал. Так, черные каблуки нанимаю. Так, и представляюсь тут в Киеве. Йоу. Так, единичка, отлично, уходим. Сколько воинов у меня теперь? 91 боец. Выжгород. Так, припасы. Ну-ка, к центру деревни. Хотя нафиг, пошли отсюда. Повторяется, по-моему, песенка. Так, а вот тут вот 10 заложничков. Мы же можем и у них. Но тут, наверное, крестьяне какие-нибудь. 2,6. У меня 3,2. Могу я их догнать. Повышение у меня воины. Так, сдавайся или умри. Сейчас мы быстро их захренакаем. Пацаны, все в атаку, короче, пошли. Растягивать не будем. Да что ты, ептвою мать. Ну вот и победа. Кто-то даже без сознания, у меня там трое получили удары. Так, наемник-мечник даже есть. Отлично. Вольный латник. Великолепно. Польский половецкий всадник. Старый охотник. Давай. Охотники, давай. Да и всех вот этих вот остальных тоже найму тогда. Все. Остальных постараемся мы наемничков нанимать. Так, тут 30. Еще. Давай-ка посмотрим, кто тут. Блин, сколько у них тут. Смотри, пленников. Присоединяется 60 противника. Ну что ж, займемся прокачкой. Займемся прокачкой. Значит, стрелки вот сюда пошли. Хорошее местечко у нас тут. Пехота. Дружина. Кавалерия. Вот тут это стало. Дружина сразу же пошла качаться. Пехота у меня вот сюда пошла. Стрелки, давай, давай, тоже качаемся. Все, братцы. Так, пехота пошла в битву.
Кавалерия пошла в атаку. Лучники немножечко вперед. У врагов подкрепление вроде бы. Кавалерия сюда. Пехота сюда пошла. Далеко не уходим, чтобы наши лучники дотягивались до неприятеля. Да там подкрепление поехали. Кавалерия в атаку. Пехота в атаку. Давай, братцы, качаемся, качаемся. Здесь, конечно, старые охотники дальше у меня не прокачаются, но есть же и другие у меня тут воины. Красавцы. Убито двое всего. Блин, крещеный мечник даже убит. Плохо очень. Зато, смотрите. Ку-ху-ху. Кого мы тут? Так, первым делом мне нужны лучники. Так, старый охотник, это понятно. Наемник, мерчник. Во, хорчи. Хорчи нанимаем. Наемник, мечник. Ну, тоже пойдут. Блин, кавалерия пойдет. Половецкий всадник. Офигенный половецкий всадник. Так, копьеносец. Что-то, по-моему, тут лучников нету таких прикольных. А, вот, стрелец. Отлично. Наемный всадник, окейшки. Тебя найму. Охотников. Старых охотников. Ладно, старых охотников поднанимаю. И все пока что. Так, поле боя осматриваю. Должны быть хорошие тут вещички, потому что 60 воинов-то тут было. Ну, более-менее, ладно, не очень хорошие. Значит, мы всегда речных разбойничков будем мочить, чтобы поднанять каких-нибудь воинов в наш отряд. Вот, пожалуйста, караван Орды. Ну что ж, попробуем ордынский караван-то захренакать. Почему бы нет? Сколько у меня воинов в строю? 120. В атаку, пацаны. Они даже... А, мы с них будем проход... Денежки за проход, в принципе, брать. Так, тихо. Давай попробуем денежки за проход. Чувак. Лёшка, ты чё на себя натянул-то, блин, а? Так. Проход тут платный. 709 динариков. Ладно, давай иди с миром. Отношения с Ордой ухудшаются все-таки. А, надо было разграбить. Но не с лордом. Я уже разграбить не смогу, по-моему. Да, уходим. Ну да ладно, попробовали. Мы еще будем пробовать. Чужие караваны грабить. Так, это крестоносцев караван. С крестоносцами не будем портить пока отношения. Так, повышение. Черный каблук. Копейщики. Смерть охотник. Так, ой-ой-ой, польское войско какое большое. Большое. Опа, караван Орда, смотрите, покраснел сразу. Ордынский караван, конечно же, мы грабанем-то. Хопс. В странствиях мы. О, ёптать, это тот же караван, что ли? Почему я не могу на него напасть? Да навряд ли это тот караван. Сколько у тебя воинов? 174. Да хрена. Подойди поближе. Плохо, что, блин, не могу рассмотреть, сколько у тебя, какие там воины. Крутые, не крутые. Опа, польский караван. Иди-ка сюда. Хоп. На стороне твоей ничего не будет. Никто не присоединится. А ну-ка давай все ценности.
Нет, никого не было. Атакуем, братцы. О, хорошая равнинка. Люблю равнину. Так, бегут, вижу. Дружинники пошли. Вперед. В принципе, пехота тоже давай. Да, блядь! Пардон, друзья. Он промазал. Пипец, моя лошадь, пипец, кавалерия в атаку пошла. Пехота сюда, кавалерия сюда поближе, подожди. Чтоб далеко от лучников не отходить, лучники рассыпались. Все, кавалерия в атаку, пехота в атаку. Молодчики. Блин, арбалетный болт в череп торчит. Юху, победа! Наша взяла. Сколько убито? Пятеро. 10 ранено. Так, нет, пленников никого не берем. Пленников не брать. Блин, вот жалко, я караван не смогу разграбить. Уходим отсюда. Поле боя осмотреть. Надеюсь, товар там не попадет. Уйди, уйди, прошу, уйди, 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 уйди. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, давай, 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 давай сюда. Тихо. Часочек. Хоп, добычу. Вау, не пропал товар. Фух, как я волновался, что бабки пропадут. Жлоб, волнуется, что бабки пропадут. Все, больше не лезет. Все, в торн быстрее отсюда. Опаньки, тут Русь нарисовалась. Друзья, сейчас я вам помогу, подожди. Сейчас я только тут баблишко получу. Блять. Что ж такое-то? Кто это? Кто вас нанял, гады? В ловушку, бандиты. Ордынцы? Поляки? Кто от меня хочет избавиться? Где вы? Мы что, играем в прятки? Мы еще с вами играем в прятки. Достану-ка я свое копье. Копье-охуяшку. Охуяловку. Оп! Появился кто-то. Кто-то в меня стреляет. Ага, вот он. Смотри, как я прятаться умею. Оп! Ну, ловкость как у меня прокачана или не прокачана. Оп, прокачана. На тебе, хуяловкой, копьяловкой. Друзья, где вы? Выходи. А я тут, а хоп-хоп-хоп, смотри-ка, чё. Да сейчас, сейчас. А вот, давайте, стреляйте. Ага, сейчас. Давай, давай, давай. Меткий глаз. Чингачгук. Один, беги ко мне. Кто-нибудь, бегите ко мне. Нанесено 0 урона. Блять, не хотят, они все лучники.
А я тут лук взять не могу. Тоже пострелять немножечко. Нету топор. Ну, сейчас. Первый, иди сюда, иди сюда. Хоп-хоп, промазал. Смотри, к чё. Оп, раз, два. Смотри, к чё, как я умею. А, я крестьян тренировал. Так, давай, давай, давай. Стреляй, стреляй, стреляй. Оп, раз, раз. Плеча вот так вот. Видел, как? Оп, теперь вперед. И удар вот такой вот, а? Фу, сколько у вас по имению? 200? 250, отлично. Продолжить. Торн, торн, торн. Крестоносский торн. Так, оружием. Вот это вот тоже продадим. Продадим, 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 прототип, продадим. Фу. 848 выручаем. Так, доспехами теперь. Колбасочки повыше поднимем. Деликатесик хороший. А, подожди, не сюда кожа, кожа не сюда. Опа, вот так вот, 420. Разным товаром теперь. Рыбку тоже вот эту вот всю. Соличку мы сюда скинем. Скинем, скинем. Лошадочек мы... Но тоже, наверное, скинем. Так, доспехами. А лошадь тут нету. Надо торговца искать. Ладно, так скину. Назад. Так, в таверну заглянем. Воинов наймем. Русский крещеный мечник. Привет. Погнали воевать. 14 воинов. Вы-то мне и нужны. Всех даже не получилось нанять. Так, тавернщик нет. Не буду я тут проставляться. Местным говнюкам. Так, теперь в строю у меня фиг знает сколько. 174, за ним гонится Михаил Всеволодович князь Юшка, 291 боец. Как я рад тебя тут видеть, друг. Давай, я тебе помогу прям. Сейчас Катринушку повышу, Аленушку повышу. Сколько у тебя боевой дух? 81, молодец. Так держать. Мощный удар тебе, одноручное оружие тебе. И все пока что. Так, Алёнушка, сколько у тебя? 99. Ух ты, моя красавица. Так, живучесть тебе. Одноручное и древковое тебе оружие. Повысим. Сначала танков делаю из вас. Крещеный мечник. Каблук-копищик. Охотник. Старые охотники. Кмет, ополченец, смерть, охотник. Все шинки, пока шинки. Давай, пацаны, в атаку. Сначала вы вступите в бой, а то я вступлю, блин, а вы меня не поддержите. Я знаю такую фишку. Ура! Атакуем противника. Наконец-таки совместные действия какие-то против поляков. Ха-ха-ха. Пардон, друзья. Я просто рад. Я просто рад. Вот они, лучики мои сюда пошли. Пехота моя сюда, дружина сразу в битву пошла. Кавалерия моя вот сюда вот пошла. Держи. Польский смерть. На тебе, твои коняхи. Бронированный. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я тебя на землю отправлю. Братцы, убить его. Убить, я сказал его. Лучники, где вы, еб вашу мать? Да что ж ты, блин? Это что, был сам князь? Блять, коня моего вальнул, гад. Ну давай, давай, гаденыш. Давай. Бля, кто по мне стреляет-то? О! Молодцы, братцы. Сейчас конях возьму. Тихо, 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 тихо. Все, отлично. Своих воинов надо беречь. Пускай лучше лучники пока стреляют. Thank you.
ты! Хорошо попал. Хорошо попал, гад. Держи. Тебе за это. За твою хорошую стрельбу. Так, пошли в атаку, братцы. Опа. Теперь пошли, братцы, в атаку. Ах ты, блин, зря ты так сделал. Зря. Уходим, пока лошадочка пипец не пришел. Отлично. Оп, свои, блять, я их не спугнул. Лучники, как вы себя чувствуете? То давай-ка, братцы, получше стреляем. Лучники, подошли поближе, вот сюда вот. Молодцы, ребята, молодцы. Валим, давим их. Найн? Я-я. Так, лучники сюда пошли. Все, победа, братцы. Сколько теперь у меня погибло воинов? Фиг его знает. Сейчас посмотрим. Убито 10, ранено 36. Ну, 10 это еще не слишком много. Так, у нас 321 воин, у противника 47 бойцов. Так, мои воины сюда все пошли. Пошли сюда, братцы. Вот сюда вот идем. Сюда идем. Ой-ой-ой. Вот сюда вот идем. Хотя пехота, дружина, кавалерия, пехота, лучники у меня вот здесь вот только встали. Остальные все в битву пошли. Качаемся. Класс. Мой он, мой. Ура, убито трое, ранено пятеро. Так, улучшается с минус одного до нуля. Ну что ж, хоть так. Нет, никого я тут не буду захватывать в плен. Давай-ка мне лучше поле боя, поле битвы. 4 часа. Добычку подберем. А тут еще что за поле боя? А, это старое. Куда ты помчал-то, блин? В какую-то степь ты хоть скажи. Ладно, караван я увидел, все, уже не важно.
Ух ты, сколько тут караванов-то нарисовалось. Ценности, конечно. Сколько у меня воинов? 94-54 против. Отлично. Пацаны вот сюда вот пошли. Все. Кавалерия сразу в атаку, пехота в атаку. Так, а лучники вот здесь вот у меня. Далекие тысячелетия. Ижи. Эх. Так, стрелки сюда пошли. Оп, свои, пардон, пардон. Переходим мы на новый уровень. Так, поле боя. Тихо, добычу подбираем и валим отсюда. Валим, валим, валим. С этой территории. Там еще два караванчика прошло. Так, отлично. Один, куда ты идешь? От князь Сергеишки бежишь. А, так, в Кернаве. В Кернаве. Надо его первым будет догонять. Так, в Торн сначала. Так, 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 блин, некогда, ребята. Рыночная площадь, оружие. Пять штук, отличненько. Так, в таверну заглянем. Никого нету. Ходим. Так, куда ты? От Михаила Всеволодовича бежит. Ну и правильно, беги. Сколько воинов у меня? 87 в строю. Блин, еще ордынский караван. Тут раздули-то тут, а? Так, нужно. Деньги и ценности. Конечно, я вас граблю. Атакуем. Так, пацаны, все вот сюда вот. Хотя нет, друзья, все вот сюда вот пошли. Давай, братва, давай, братва. Так, лучники, вот здесь вот стали. Все остальные в битву. В битву. В битву. Oh!
Ах, промазал. Есть победа. Так, убито 4, ранено 6. Плохо, плохо, плохо. Так, поле битвы, повышение. У меня еще повышение, надо себе вкачать. Лидерство. Так, часочек мы добычку цапаем, хапаем. Сколько там еще денег? 80? 81. Так, свининку берем, потому что мы рядом с городом. Так, теперь персонаж. Лидерство, чтобы прокачать. С каждым уровнем этого навыка количество людей, которыми вы можете командовать, увеличивается на 5 человек. Повышается боевой дух, а расходы на армию снижаются на 5%. Чтобы прокачать лидерство, нам нужна харизмочка. Блин, не открылось нам лидерство, но теперь будем харизму мы качать. Так, далее. Упаковочка у нас что тут? Блин, интеллект нужен. 8, упаковочка не прокачается. Ладно, хрен с ними. Верховую езду мы повысим до 5. Так, пускай будет стрельба из лука, стрельба из арбалета, ну и все. Так, отряд. Артименнер, 30-ничек. Скоро покинет тоже отряд. Так, инженерия. Интеллектушку тебе качаю. Инженерия до 5. Так, атлетику тебе 3. Одноручное оружие тебе вкачиваю. Так, Джеримус. Поговорить с тобой, Джеримус. Блин, перевязка ран. Давай с тебя сначала танка сделаем. Так, пока что все. Копейщик, латник, старый охотник. Да вот. Так, в кульм. Так, уходим. Ну и дальше за караванчиками, погнали. Охота на караваны пошла. 95 бойцов в строю. Блин, ордынский караван далеко. Ушел-то. Опа, еще один ордынский караван. Тихо, стопэ. Иди-ка сюда. Нужно, конечно же. Деньги и ценности. Конечно, я тебя граблю. Минус 1, минус 6. С ордой ухудшается у нас. Обстукановочка. Ха-ха-ха-ха-ха. Да мне пофигу. Ордынцы. Так, ну блин, пустите меня, стадо баранов. Так, дружинники немножечко тут сбили. Пыл. Опа! Ху-ху-ху. Я опередил его.
Нифига себе, вот это я от пики ушел. Вот это я дал, вот это я молодец. Чих-чих, ни хрена себе у вас тут самурайские мечи, блин. Двуручники, блин, охреневшие. Ты это, друг, ты не охренел? Ну-ка, валяться. Опа! Так, арбалетчик нам тут не нужен. Братцы, как у вас там? Пошли в атаку. Пехота и кавалерия. Наемник. Семь убито, 17 ранено. Добычу собираем. Ух ты, какая еще пень. Ха-ха-ха, сколько всего набрали. Орденского каравана. Грэб, убивай. Живи на полную катушку. Так, в Торн. В Торн. А тут Михаил Севолович тоже караванчики польские играем. Смотри-ка, что. 42 пленника уже захватил. Молодец. По-моему, он по моему примеру действует. Ой, сколько тканей шерстяной. Отлично, 4900. Оружие. Девяносто уже штук. Оху. В таверну. Путешественник. Крещеный мечник. Подойдет. Давай, со мной пошли. Уходим. Так, отряд. Копейщик. Ополченец. Окейшки. Все, помечали дальше. Чужие караваны грабить. Ух ты! Михаил Севолович, тут тебе, конечно, кирдекс может прийти. Друг, я к тебе. Михаил Севолович, давай-ка, блин. Вместе мы с тобой как-нибудь поблуждаем тут, походим, а? Ты за кем там гонишься? За патрулем. Нахрен он тебе нужен? Тут же есть скоро столько чужих караванов. А кто это нарисовался? 186 бойцов. Они нам не нужны. Уходим от них. Так, задание правильно выследить бандитов. Сейчас какая-то зараза из дружины заноет. По-любому. Но, Артеменнер, ептать, 21 боевой дух. На такого не произойдет, ептвою мать. Успокойся, утри слезы. Мы столько бабла тут имеем. 4000 минус... Вот это плохо. Где караваны-то? 191, это тоже плохо.
Повышение бойцов. Так, качаем. Чудской метатель луцкий. Лучник чудский. Лучника нам надо чудского. Ну что ж, друзья, на этом тогда я завершусь эту серию. Хорошо, мы сегодня повоевали, пограбили. В следующей серии тоже мы пограбим, повоюем. Но если эта серия, друзья, наберет минимум 20 лайков, друзья. Поэтому не скупитесь на лайки, братцы. Наберем минимум 20 лайков и продолжим прохождение замечательного мода Русь 13 век в игре Mount & Blade Warband. До скорой встречи. Пока-пока.